Всем привет, меня зовут Вадим Лобов, кто-то знает меня как Майфи. А вот это спойлер-бокс, который я не буду переворачивать, он специально стеклом вниз, чтобы вы не увидели миниатюры, которые вас ждут, но в этом спойлер-боксе вас ожидает поролоновый трейс. Сейчас я вам покажу ровно то, что вам можно видеть. Это Брут, который, собственно, является стартовым персонажем. Брута вы все увидите в первую очередь. Один из стартовых персонажей. Там внутри у нас поролоновый трей, в котором удобно лежат миниатюры и защищены миниатюры от всяческих повреждений.